Футбольные клубы «Урал» и «Терек» подозревают в договорном матче. Так считает крупнейшая бельгийская организация по борьбе с нечестной игрой «Федербелт». Ее внимание привлекли два вида букмекерских ставок на матч. Победа «Терека» и то, что она будет с разницей более чем в 2,5 мяча. Напомню, грозненский клуб победил уральцев на их поле со счетом 4-1. Примечательно, что тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко покинул свой пост перед этой игрой. И «Федербет» заявляет, что если не получит от РФС ответа на запрос данных по этому матчу, то обратится в суд.